Произведение моего кулинарного искусства. Жаворонок испекла. Жаворонка я испекла. Это птичка. Не подумайте, что это рыбка, как некоторые. Говорят, что это рыбка. И правда. Вот говорят, что это рыбка. Не вовремя чихает, тут смеются все, кому не лень. Вот. А это на самом деле я испекла такую одну птичку. У меня булочки сегодня, потому что по телеку показывали, что пекут жаворонков. Ну вот и я свою жаворонка и испекла. Вот такая птичка. Птичка, птичка, прилетай, прилетай. Между небом и землей жаворонок вьется. Вот у нас такой вот жаворонок получился. Вытащи его. Вытащить? Ну тогда надо будет видео составлять. И она смотрелась как-то лучше. Да, ну ладно. Ну какая птичка получилась, такая уже и получилась. Зато вкусная. Что делать? Вот такие мы кулинары. В следующий раз будем стараться, сделаем ей крылышки. А то крылышки она сложила, и не получилось. И хвостик какой-то куцый. Ну ладно, неважно. Хорошо, и так нормально. Зато клювики, глазки есть. Ну все. Кот Васька. Вась, ты чего боишься? Вась, ты здесь? Ты здесь. Помой свою мордочку, что-то ты сегодня у меня такой... Неважно, выглядишь. Ладно, дорогой, ну пока все. Пока-пока. Произведение моего кулинарного искусства. Жаворонок испекла. Жаворонка я испекла. Это птичка. Не подумайте, что это рыбка, как некоторые. Говорят, что это рыбка. И правда. Вот говорят, что это рыбка. Не вовремя чихает, тут смеются все, кому не лень. Вот. А это на самом деле я испекла такую одну птичку. У меня булочки сегодня, потому что по телеку показывали, что пекут жаворонков. Ну вот и я свою жаворонка и испекла. Вот такая птичка. Птичка, птичка, прилетай, прилетай. Между небом и землей жаворонок вьется. Вот у нас такой вот жаворонок получился. Вытащи его. Вытащить? Ну тогда надо будет видео составлять. Thank you.